Так, ну что ж, произошел такой крутой вылет. Разобью на две части. Так, ну что ж, давайте размещать объекты. Что мы там сделали? Вроде бы все поправили. Так, я вот это скопирую. Даже вот это. Да нет. Да, даже вот это скопирую. Все. То, что мы в прошлый раз сделали, так получается. Создам ноду геометрии. Geometry. Назову ее. Да никак не назову. Нет, назову ее. А так, назову просто и все. Крэш барьер. Так. Покрашу в такой цвет, пускай будет. Удалю встроенную папку. Ставлю. Так, здесь выбираю, скрываю объекты. И здесь у меня что есть? Так. Давайте отсюда заберу, наверное, вот это. Назову. Так. Назову. Никак назову, пускай так все и остается пока. Так, здесь, соответственно, это все удалю. И сформирую из них ассет. Заберу папочку и соберу из них digital asset. Назову его crash барьер. И все. Так и пускай будет. Crash барьер, да? О, отлично. Ну, нормальный сет. Сохраняем. Так, что-то там есть внутри нехорошее. Ага, вот такой у нас положим рабочий. Назову его также. Хорошо. Вызываю type properties. Иду сюда. Параметры. Так, вот эти две делаю invisible и сразу скрэш барьера вытяну. Да, сюда, наверное, загружу параметры. Так, беру я так operator path, убираю из него любой объект, пишу, что это у нас род path. Это путь дороги. Вот видите, один и тот же путь у нас будет для разных ассетов. Свой apply. Accept. Окей. Отлично. Иду сюда. Говорю, в принципе, копий параметр. И, собственно, сюда вставляю paste relative references. Отлично. И у меня должен быть путь. Его нет, потому что я его сейчас сюда не положил. Беру путь, тяну сюда. Давайте сделаем, наверное, относительный путь. Вот. Вот у меня есть путь. Отлично. Хорошо. О, я заметил, друзья, что у меня... что у меня немножко окошечко сдвинуто. Так, хорошо. У меня есть путь, у меня есть нормальки. Смотрим нормальки. Нормальки плохие. Их не видно. Так, что у меня еще есть? И объектор есть. Все как раньше. Так, поставлю. Нам пригодится spreadlist. Alt. Квадратная скобочка. Alt 8. Хорошо. Ну, отлично. Ну и давайте, наверное, с
save node type и заложим его в Unity. Godin load, Godin asset и где у нас скрэш барьер. Отлично. Так, это у меня старый барьер. У меня вылет произошел, я его удалю. Что у нас требует? Путь. Ложим сюда путь. Все сохраняем. Хорошо. Отлично. Идем в сюда. Так, это, наверное, пока отключим. Ну что ж, поехали, друзья. Что у нас он представляет? Делаем свип. То есть делаем дорогу. Так сказать, делаем дорогу. Так, делаем дорогу. Подключаем путь во второй вход. Линию. Первый вход. Линию я беру со сдвигом на пополам. 12 метров. Вот линия. Минус 6 по оси X, 12 метров длина, свиплю, состраняю угол, а вот замыкаю все, сохраняю. Так, и вот что у меня получается. Хорошо. Ну и что же мне сделать дальше? Дальше я буду делать цикл. Для каждого полигона, собственно. Я делаю for each. For each primitive. Отлично. Так, давайте выберем такой примитивчик, который вот на крутых поворотах. Для этого есть single pass, то есть одиночный проход, одиночная итерация. И вот я выберу какой-нибудь, давайте вот этот. Довольно-таки неплохо. Ну или подальше. Там вот есть вот, во, смотрите, какие крутые. Вот такой вот, и пускай остается. Что мы делаем? Так, мы смотрим на этот примитив. Что у него? У него, так, сделаем convert line. Разбьем его по граням. У нас выходит, так, номера примитивов. Номера точек уберу. 4 примитива. 2 из них примерно одинаковых. 3 и 1. Вот видите. 1, 0 и 2. У них коротенькие. Для этого что мы сделаем первое? Измерим длину каждого. Идем вот сюда в примитивы, чтобы посмотреть. И пока никаких атрибутов для них нет. Ставим node measure. Она измеряет у нас. Длину примитивов. Это тип периметр. Тут еще есть разные. Вот какой-то из них 3 метра, там 2, 12. Ну, 12 это вот эти боковые. Делаем node sort. Так как у нас примитив уже, атрибут периметр есть, мы примитив сорт, то есть сортируем примитивы по атрибуту. Выбираем атрибут периметр. И у нас самый нулевой самый короткий стал, а вот самый длинный стал последним, номер 3. Так, хорошо. Теперь мы что сделаем? Теперь мы подготовим систему для, так сказать, выбора. Что же нам надо, чтобы нам не надо. Вообще-то нам нужен вот этот первый примитив. Если поворот да, на крутых поворотах, нам нужен примитив 1. Ну, давайте это сейчас сделаем. Интересно, да, как это будет? Так. Я удалю примитив номер 0 и 1. То есть самый короткий и на втором месте. Только non-selected сделаю. А потом удалю самый короткий. Pardon. Вызвали все ноды. А потом удалю самый короткий. Нулевой. Это, так сказать, сейчас проэкспериментирую. И у меня должны остаться, так сказать, такие вот такая вот система. Вот видите? То есть, как бы, для, такие длинненькие. Вот. Смотрите, уже немножко как бы система есть, да, что на крутых поворотах, вот они.
Получается, должны стоять барьеры. Вот он, едет машина. Раз барьер, два барьера, три барьера, ну и так далее. Ага. Хорошо. Так. Да, все это замечательно, но мы не учли важную вещь, ребят. Мы длина барьера у нас 4 метра, поэтому мы забыли здесь сделать ноду resample по 4 метрам. Вообще-то сейчас не важно. Давайте 1 метр сделаем, фиг с ним. Да, 1. Мы сделали resample 1 meters. И таким образом у нас вот что получилось. У нас получились вот такие вот линии. Вот видите? Ну, если крэш-барьер как бы непрерывный получается, да? Вот какой. Видите? Вот. Но мы сделаем по-другому. Итак, сделаем single iteration. Хорошо. Итак, мы сделаем следующим образом. Мы уничтожаем, оставляем вот эти два примитива. И давайте их сравним. Длину первого и второго. Насколько один из них, насколько примитив номер 0, короче номер 1. Насколько номер 1 длиннее примитива номер 0. Интересно же сравнить. Вот давайте это и сравним. Это нам надо. Я создаю атрибут. Атрибут create. Атрибут create. Он будет detail. Вот detail атрибюта. Я не знаю, делали мы раньше. Detail атрибют. Detail атрибют. Ну и null. Замкну все это. Это я делаю для себя, потому что я часто удаляю. И чтобы не удалить, я вот так вот их помечаю, как бы. Что я знаю, что вот эта часть-то нужна, а то вот эти аппетиты торчат в разные стороны. Бывает, чистишь, удаляешь и удаляешь то, что не надо. Так, он называться будет у меня толерант, стол. Этот атрибут будет называться стол, нода будет называться стол. В общем, все будет называться стол. Нет, div, divide. Divide будет называться div. Атрибут называться будет div. Будет он у меня detail, будет float. И я сделаю следующее. Здесь напишу expression, edit expression. Так. Что мы сделаем? Мы напишем такой опять argLang. Давайте я объясню, потому что, возможно, были вопросы. Что это выражение? Что это за функция выражения? argLang, длина чего-то, длина примитива, длина вот этой линии. Требует она 4 значения себе. Первый — это либо нода, на которой что-то считать. Но так как у нас мы считаем в той ноде, в которой у нас есть эта геометрия, то есть не где-то там на стороне, а именно в этой же ноде div, поэтому мы можем написать просто номер входа. Номер входа, где у нас тут что-нибудь есть такое с двумя входами? А вот номер входа 0, 1, 2. Но вот в этой, но только один вход, но индекс у него 0. Мы ставим номер входа 0. Это геометрия на входе 0. Дальше мы, вот подсказочки, пожалуйста. Дальше мы пишем номер примитива. Номер примитива. Пускай будет номер примитива 1. То есть номер линии 1. Всего у нас две линии. Вот смотрите. Номер 0 и 1. Вот самую длинненькую берем 1. И дальше мы пишем просто по UV, да? От 0 до 1. То есть на всем расстоянии. Вот, я пишу, нажимаю apply. Вот, и я вижу, что у меня вот здесь вот длина линии 1 метр 8 сантиметров. И я разделю на второй примитив. Я просто беру, копирую. Можно нажать вот, ничего страшного. Вот, и поставлю здесь примитив номер 0. Вот этот. Apply. Accept. И получу как бы разницу, что примитив номер 1
больше, чем 0 в 1,18 в 19, почти в 1,2 раз превышает длину. Вот. И здесь же я сделаю вот еще что, ребят. Нет. Ну да, давайте здесь. Нет, и здесь, наверное, я буду делать. Замечательно. Вот так вот мы определили. Вот у нас получилось. Нода Detail есть на вот этой сети. Вот. То есть в этом примитиве мы сделали. Вот в этом примитиве мы сделали свое уникальное значение Detail, которое мы сейчас будем использовать. Так, друзья, мы удаляем. Да, 0. Что мы сейчас видим? Я убираю Single Pass, и все проходы у меня открываются. Все итерации открыты. И вот что у меня есть. Я ставлю ноду Switch. Switch, и я сейчас сделаю следующий. Где-то switch. Вот таким цветом я их обозначаю. И я ему поставлю 0. Нет, 0 это. Ну, ничто. 0. Нет никакой геометрии. И у ноды switch есть два входа. Номер 0 и 1. В данном случае 2, да? Так как у него много тут. 0 и 1 и так далее. Но в данном случае всего 0 и 1. 2. Так вот, ему нужно знать. Взять эту геометрию. Оставить ее или не оставить, или ничего сюда не дать. Поэтому здесь мы пишем expression, edit expression. Здесь мы пишем, если, и ставим такие скобочки, ну и так вот сделаем, если вот этот detail атрибут, вот он, вот этот вот detail атрибут, вот этот. То есть detail на какой ноде? Нам нужно прописать путь к этой ноде. Ему требуется путь к этой ноде. Ну, так как мы находимся в одном директории, нода номер 0, хотя что, номер div. Вот, мы получили доступ к ноде div. Мы ему сказали, ищи там, вот здесь. Можно было 0 написать. Вот ищи здесь. А что искать? А ищи атрибут div. Ищи div. А если не найдешь ничего подобного, какая ошибка произошла, то пиши сюда 0. Вот сюда, вместо вот этого всего. Вот что мы пишем. 0 на всякий случай. Вот. Apply. Отлично. То есть мы написали, что если вот это что-то, а в частности здесь сколько, 1,06, больше чем, ну давайте, например, 1.1, то давай все на первый вход, то есть это будет крутой поворот, а если это условие не выполняется, вот это, то давай вход на номер 0. Нет, наоборот, давай сначала 0. Если, так, если выполняется условие, то у нас поворот крутой, 0. А если не выполняется, то мы ничего не ставим, единичку. Apply. Я вижу ошибку. Где-то я ошибся. Если detail, может быть, я detail неправильно назвал? Нет, правильно. Div. Div больше чем 1 и 1, 0, 1, ну скобочка лишняя, да. Apply. Apply, отличненько. Пока мы сюда его сдвинем, и мы видим, о, уже немножко другая ситуация, что было и что стало. Вот мы небольшие как бы продвинулись, но нам нужно регулировать этот 1 и 1. Поэтому, друзья, мы сделаем следующее. Мы вот на этом уровне создадим Edit Parameter Interface и добавим сюда float значение. Назовем его Tolerance. То есть все у нас Tolerance. И параметр назовем до кучи.
толеранс. Будет диапазон у нас от 1, от 1 до, ну, до 2. А по умолчанию будет 1.1. Apply, accept. Вот у нас появился новый возможность параметра. Так, accept пускай будет. Так, идем сюда. И я беру копий параметр, и вот сюда я вставлю, вот, вместо 1.1. Best relative references. Отлично. Теперь я могу регулировать. Видите? О. Остались только на крутых поворотах. Ну, давайте 1.2 поставим. Так, я просто хочу, чтобы маленькие появились детальки. Вот. Угу. Ну вот так. 1.2. 1.2 будет. Вот так. Отличненько. Вот только здесь будет. Вот это как бы даже видно, где точка, это краш барьера. Далее я сделаю. Давайте сохранимся. Я сделаю. Я передам сюда нормали. Вот видите, нормали как? Я передам сюда нормали. А сделаю я это следующим образом. Я сделаю вот так вот. Я удалю. Но non-selected. Вот. Берем элемент. Что в этом элементе у нас есть? У нас есть 4 примитива и 2 примитива. И с каждым примитивом я сейчас поработаю. Я возьму опять for each. For each примитив. Сделаю point. Нет, polyframe. Polyframe. И направлю нормали tangent n на примитив центроид, на центр примитива. И сделаю атрибут трансфер вот таким цветом и передам этот атрибут сюда. Кстати, можно и отключить distance, учет расстояния передачи. И вот что я вижу. Вот что я вижу, что все нормально, ну, как бы направлены туда, куда нам надо. Это потому, что нам надо отодвинуть эти точки вдоль нормалей от дороги. Делает это нода пик. Кстати, она по умолчанию пересчитывает нормали, я отключаю ее. Видите, я передвигаю их. Угу. Давайте пока на 1 метр передвинем. Отлично. На самом деле 1 метр многовато. Полметра. Хорошо. Но нормали могут быть тоже разной длины, ребят. Поэтому давайте их нормализуем. Это можно сделать через ноду face. К примеру, если никто не хочет ничего писать. Вот. Сделаем. Нормализуем нормали. Так будет. Надо пик адекватнее работать. Всякое бывает. Лучше это сделать. Нормалайз. Хорошо. Теперь у нас все это состоит из отдельных отрезочков. Соединитых нода polypath. Нужно только сделать connect endpoints, конечные точки. Вот в таком расстоянии. Таким образом у нас появилось несколько отдельных примитивов. Видите? Во. Хорошо. Сделаем resample. Нет, вот так. На 4 метра. Отлично.
потом ресэмпл переделаем, пока ставим так. Ну вот, грубо говоря, на каждой точке примерно должен стоять наш примитив. Наш крэш-барьер. Так. Что я мог не учесть? Что я мог учесть? Так, что я мог учесть? Я просто сейчас думаю, ребят. Давайте сделаем цикл. For each primitive. Отлично. For each primitive. А в чем дело, граждан? О, вот этот, значит, у нас аукнулся. Так, что я вообще с ним должен сделать? Давайте выберем какой-нибудь такой вот длинненький. О, кстати, давайте сделаем следующее. Сделаем межа. Так. Вот так вот. Межа. Измерим периметр каждого примитива. Если он длиной, ага, тут нет таких, меньше 6 метров, я его удалю. Не нужно нам просто такие коротенькие крэш-барьеры, они нафиг не нужны. Поэтому я сейчас вот здесь попробую поймать, чтобы были коротенькие. Не получается, да? О, вот они. Коротенький, да? Во. Small paths. Measure. О, 2 метра. 8 метров я, наверное, даже сделал. Меньше, чем 7 метров. Да. Я blast делаю. И пишу. Удалю по периметр and 8 и сделаю not selected. Ну так можно их объединить, сюда вложить, написать, например, delete small маленькие части. Хорошо. Так. Ага. Вот этот пускай остается. Так. Что мы сделаем первым? Это... Назначим нормали вдоль. Удалим одну из точек. И сделаем обвектор. Что мне тогда сделать лучше всего? Так, сделаем. Так. Line, convert line сюда сделаем. Сделаем poly frame. Ну, просто кинем нормальки по касательной. Вот наша уже знакомая вещь. Потом я, давайте я пока не знаю, какую точку удалить, не буду смотреть, удалю пока точку 0. Points, ставим points 0, удалили ночь, точку 0. Смотрим, остались только такие точки, не 0. Нормальки есть, ну, поставлю еще обвектор. Point alt.
add up vector. Delete channel. One. И скопируем copy to points сюда наши уже крэф барьеры. Возьму их из object match. Напишу, что это у меня raw object mesh, и заберу его. Где мне его забрать? Нажимаю на пик, ухожу сюда и в crash барьерах забираю, нажимаю G, вот он. О, нажимаю пин. Получаю crash барьер, копирую G, получаю вот такие барьеры и вижу, что все фигово. Иду в switch 1 2, побольше ставлю и вижу, что crash барьерчики не очень-то, да? Наверное, is delete Non selected. And it's very powerful. Так. И давайте я посмотрю, где покороче. Там это возможно. Вот здесь, например. Видите, во-первых, развернуты эти сюда. Неправильно. То есть одна из линий неправильно развернута. Давайте это быстренько ликвидируем. Так, у нас есть дорога. Я ставлю ноду add. Господи, tab add. Я удаляю всю геометрию и делаю bygrow по свичу. У нас получается две линии. На нее накладываю объем для вычисления геометрии. Это нода poly wire. Но если разорвано, то в принципе poly wire тоже. 0,5 побольше радиус сделаю. Ну, для какого-нибудь примитива возьму номер 0. Можно цифру примитива позвать. Не обязательно все примитивы. Можно отдельно сделать примитив в группу. И создаю вот группу до пика. Вот здесь вот так. Ставлю group. Отлично. Таким желтым цветом. И объем сюда. Points. О, заключила группу. Отлично, вот они в группе желтенькие. Так, это хорошо. И сделаю промоут. То есть я из группы с точек переведу в группу примитивов. Это у меня в точках вот группа записана один, а надо мне в примитивы. Я вот перекидываю ее на примитивы, группу номер один. Теперь у меня в группе примитивы, а не точки. Я делаю, потому что нода реверс работает не с точками, а с примитивами. Я ставлю сюда группу 1, но я знаю, что это не группа 1, я уже делал, я ставлю не группу 1, что иначе они в другую сторону все развернутся. Ну и сюда замыкаю. Вот что я получаю, что они развернуты теперь, опа, не работает. Да, не работает, потому что все-таки надо это было делать не здесь, а вот уже вот здесь, когда мы удалили вот. Вот здесь тогда сработает, я думаю. Нет, не работает. Нет, все-таки это допик надо было делать. Стойте, стойте. Так, группа промот, группа 1. Mm-hmm.
Так, значит, поле пав делаем сюда, он все убивает. Так, отдай. Сюда. Поле пав все убивает. Так, это сюда. Делаем resample, delete. И вот сюда. Ну вот теперь нормально. Угу. Так. Надо полипад все-таки убиться. Так. И вот мы видим такие нахлесты. Негодящиеся. Это из-за того, что неправильно ресэмплинг стоит. Давайте его сделаем правильно. Вот здесь ресэмпл. Я поставлю, покажу почему. Ну да. Convert line. И мы включаем, я включаю, смотрю длину их. А, вот, в принципе, есть она здесь. Вот. Длину смотрю. 3, 3,5. 3,8, а надо, чтобы 4 было. Поэтому resample ставим здесь. Вот здесь постоянно говорят еще, что каждый сегмент должен иметь одинаковую длину. Мы поставили, мы хотим так. А я его уберу. И он мне предлагает вот здесь вот замкнуть остаточком хвостом. То есть все по 4 и плюс хвостик. Смотрите. Все по 4 и плюс какой-то хвостик маленький. Tail такой. Оп, хвостик. 4 хвостик. Угу. Этот хвостик мне не нужен. Бог с ним. Убираю его. И получаю все по 4. Вот я сортирую даже. Мод минимально, ну почти 4 копеечки. Я даже сделаю, знаете, сколько? 3,95. Чуть покороче. Так, и вот теперь мы имеем нормальную геометрию. Вот она так идет. Хорошо, красиво. И здорово. Так. Ага, хорошо. Так, я вот здесь ставлю 0. И напишу точки A. Крэш-барьер. Пускай будет так, да. Иду сюда. Сюда их пишу. Ищу их. Так, у меня здесь крэш-барьер. А, крэш-барьер называется у меня, да. Вот. Мы их получили. С нормальками все как положено. Угу. Напишу я, что это будет crash barrier raw иду сюда, ставлю save node type, ставлю type properties и давайте, наверное, сюда вот что закинем. Закинем вот этот вот наш Tolerance от 1 до 2. 1,2, все нормально. Apply. И закинем сюда пик. Так, только мы сделаем от 0 до 1 метра. Channel 05, а здесь сделаем -. Apply, accept. Отличненько.
Tolerance, distance. Гудини. Гудини models. Здесь барьер. Prefab. And discrete barrier. Так, сюда закидываем его. Получаем крэш-барьеры. Где у нас материал-то на крэш-барьерах? Интересно, интересно. А это у нас prefab models. А материал-то где? Какой натура-то? О! Что, ребята? GPU инстансинг? Альбедо металлик. Так, ну ладно, вот у нас, в общем, ассет, вот так они у нас идут. Почему у меня материалы сбились? Вот это я не понимаю. И дорога какая-то темная. У меня что, Direction Light, что ли, нету? Что-то я не понял. Угу. Слабовато блестит. Ну так они, видите, и причем они должны лодиться. Оп, первый лод, ноль. И где-то вообще исчезнуть. Кулит. Вау. Оп, проверяем. Оп. Отлично. Где он там? Так, материальчик поблестящий сделаем. Так, и у нас что еще есть? Так, и давайте сразу, наверное, сделаем вот что. Так, идем в Гудини. И в крэш-барьере сразу вот что сделаем. Сделаем Ctrl. Так, сохранимся. Перед этим. Вас здесь опасно это делать. Так. Так, этот наверх продвинем. Так. Отлично. Так, отлично. Так, здесь я назову его Pillar. Назову его, что там было у нас, а and, а здесь назову CN. Отлично, это хорошо. Так, это нам не нужен. Так, отлично.
отлично. Так, это у нас пилар. Это у нас энц. Это у нас знак. Отлично. Так. Проверяю. В принципе, все, здесь больше ничего не надо делать. Так, и я вот что начну делать. Так. Так. Для того, чтобы оттуда не высчитывать, мы сделаем следующее, друзья. Чтобы не высчитывать оттуда. Так. Так. Нет, это не так. Так, хорошо. Так, отлично. В общем, это мы сделали. Давайте немножко сюда отодвинем. Поставим ноду Match. Отлично. И здесь сделаем. Так. Так. И вот так. Так вот сделаем. Disconnect. Выберем все и сюда замечим. Вот так. И это будет наша как бы точка. Но мы здесь сделаем disconnect. 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 Z. E. Понятно, что пилар, ends, and neck. Так, и что мы здесь делаем? Это у нас такая тестовая штука. Так, здесь мы делаем pin. Так, и идем сюда. Так, это у нас пилар. G. Ага, он. Так. Так. Не, наверное, запиним тоже. Угу. Так, что у нас там был end? Это вот этот. Угу. Да, это не то. И вот берем вот это значение знака. Все, вроде все передали. Знак, end, pillar и row. Отлично, все передали, хорошо. Это нам для проверки надо. Так. Так, что мы делаем здесь? Раз у меня здесь получилась вот эта точка. Так, G. В общем-то, мне нужно работать с каждым из этих примитивов, поэтому я введу еще один цикл. Tab is for each primitive. And this. Так, и... Вот так и сюда.
Этих друзей отвязываем. Тащим сюда. И ставим здесь нул. Вот здесь. И тащим в Raw Points. Давайте я так увеличу. Так. Ctrl-CV. Так. Так. И вот так. Отлично. Ага. Так, это хорошо. И... Так. И здесь ставим группу. Вот этих точек. Ставим группу. Group. Записываем точки в группу Raw. Точки. Убираем эту штуку. Пин. Так. Берем точки. Записали точки, а здесь их. Удаляем. Потому что у нас будет несколько групп. Non-selected. Ну, то есть оставляем. Речь идет о точках. Отличненько. У нас появились точки. Так. Теперь давайте поставим пилары. Пилары поставим. Поставим столбики. Столбики поставим. Так, столбики. Со столбиками вот какая штука, ребят. Вот у нас есть отдельный примитив. Видите, вот он. Кстати, чуть у меня не отдельные точки. Давай-ка я их соберу в поле path. Ищем поле path. Собираем точки. А, он вообще нет. Add. А это, наверное, убьет нормали. Не, не убил. Так, ладно, хорошо. И я сейчас сделаю то же самое, но потом сделаю match. Но скажу, что это будет не группа, не Raw, а пилары. Пилары. Здесь я удаляю группу пилары. Отлично. Давайте, наверное, их сюда куда-нибудь пихнем. Так, ага. Так. Да, зря я, наверное, это сделал. Вот эти вот. Так. Отлично. А вот и пилары. А вот и меджи. И что мы видим? Друзья, нажимаю G. А мы видим, что вот эти вот стоят по краям. Очень близко. А здесь вообще не стоят. Да, потому что на каждом, давайте вот здесь вот уничтожим. Лишний он получается. Дерит. На каждом примитиве, ну-ка, точку 0. Нет, точку последнюю. Уничтожаем последнюю точку, и он исчезнет. Отлично. Но пилары. Угу.
Вот здесь забыли исправить. Неро, а пилар. Но пилары, видите, как стоят близко. Вот здесь вот. Поэтому вот что мы сделаем. Мы сделаем карф. Мы сделаем карф вот здесь. Карф. И возьмем отсюда. Карф. И сделаем на два края. К фикс-ленд. У меня есть такой ассетик. То есть... Так, как же мне объяснить-то его? Дело в том, что вот эти последние сдвигаются вот. Видите? Вот. Так, что у нас тут по умолчанию? Ну ладно, давайте сделаем по умолчанию. Так, надо карф, да, потому что у вас-то нет пресета. Так, карф. Господи, как я ее делал-то хоть? Так. G, во. Что она делает? Она, короче, уничтожает часть кривой. Обрезает ее, видите? Но если мы откроем второй выход, то как бы и сделаем вот так вот. Relative Channel References и One Minus, то мы как бы будем с двух краев одинаково удалять. Видите, кривую. Вот. Вот это вот шаблончик, что было раньше, стало вот что сейчас. Вот. Видите? Одинаково удаляем. То есть вот этот канал, вот его имя. Ага. И вот мы, пожалуйста, его удаляем. Вот так же я здесь ввожу флот значение, ну там какое-то, я не знаю, что там никак не называю его, хрен с ним. Вот, apply accept, float, и я его иду сюда, ну там, например, 0,5 метра, или 1 метр, 0,5 метра, угу. Но я должен взять там, умножить на длину этого примитива. Clan. Вот. Но так как этот примитив сам себя уничтожает, так что вход номер 0, как мы помним, номер примитива 0, начало измерения 0, конец измерения 1. Вот и все. Пожалуйста. Так, стоп. Так, а что я не так сделал? Ну-ка, ну-ка, что у меня там? Я просто сделал это давно. А забыл, что я там делал. А, 2 делить на arclan. Ага, ну да. А, я здесь умножить вообще не писал. Вот так вот. Ну и теперь, видите, фиксированная длина у нас уходит. Ну, можете сохранить, вот нажать здесь вот Save Preset, как-нибудь его сохранить, и он у вас сохранится в отдельную папку, на где все пресеты хранятся, ну, там же, где и UTL-ки. Вот. Ну, ставим 0.5. Во. И вот что получаем. Вот эта нога, она движется, видите как? По, так сказать, ну так оставим, давайте 0.2, 0.2 как раз, 0.2 метра, то есть чтобы не торчало вот это вот пилар сюда чуть-чуть, а вот вот так вот было. Отлично, можно даже сейчас их поставить. Смотрите, что я делаю. Я беру и сохраняю его,
Иду в Гудини, делаю Crash Bear Rebuild. И он сейчас у меня сюда пропишет все, я сразу заранее вставлю. Нет, это был у нас префаб. О. Я сюда вставлю знак. А, еще рано, их нету. Нету точек, нету, соответственно, для них места. Вот сюда. Бумс. Вот, хорошо. Теперь я поставлю значки. Значки тоже просто ставить. А, нет, там не совсем просто. Вот, кстати, смотрите. Я, например, distance сделаю вот так. Видите, он как отступает. Во. Можно регулировать здесь же. Можно регулировать. Так что имейте это в виду. Так. И что у нас здесь еще есть? Сейчас я скажу. А, ставим, собственно, эти, как его называют, значки, знаки. О, знаки. Потому что точек для них нету. Знаки, знаки, знаки. А вот у нас знаки. Так. Как их сделать? Для этого мне нужно Object Merge Raw. Yeah, Ctrl-C. And it's we. Я что делаю? Я беру вот этот объект. G. Вот он у меня. Я его беру. И сделаю из него Bounding Box. Сейчас, секундочку. Так, мне надо что-то переключить. Ой-ой. Да. Bounce. Сделаю Bounding Box. О, отлично. Сделал Bounding Box. Потом его делаю из него Line. О, Convert Line. Смотрю номера примитивов. О. И мне для значка нужен... Ставится у меня наверх. Ставится у меня наверх. И я вот что делаю, друзья. Беру 9-й примитив. Смотрите. 9-й примитив. Вот этот 9-й. 9. Tab is delete. 9-й примитив. Non-selected. Вот он. Что он у меня здесь? Две точки. Я сделаю transform. Скейлю в 0. Беру, знаете, примитив. Покажу еще через примитив, потому что transform мы сделаем на эндах. Do transformation and scale 0, 0 and 0. Где точки? Не вижу точек. Следить как не видно их. Ага. Ну и фьюз. Две точки. Фьюз. Фьюз, keep, unused, использовать, хранить не используемые точки. Один. Или удалить их. В общем, вот так. Зафьюзили и сделаем группу. Ctrl-CV. Делаем группу. Назовем ее CN. ZN. И в общую кучу ее пихаем. В общую кучу сюда. CV. Отсюда. И сюда. Нет. CV. Сюда вот. Здесь мы выбираем группу ZN и смотрим, что получается. G. Ничего не получается, потому что какая-то ошибка вылезла. А,
Да что же мы сделали, конечно. Я просто подготовил место. А теперь я. Так, что-то я не то сделал. Так, ребят, погодите-ка, а может быть проще сделать? Зачем здесь она нужна? Нет, хотя она здесь нужна, да. Хотя она здесь нужна. Наверное, скопируем ее tab copy to points, именно ее на точки, которые у нас вот на вот эти точки, которые не проще было их опустить. Так, не знаю, ну ладно, че, я группу удалил. О, G. Вот отлично, вот эти точки. Так. Ошибка, потому что вот это надо удалить. Так, не подключены. Вот эти значки. Значки хорошо поставились, нормально. Файл save. Save no type. Ну, давайте посмотрим, как они там. Unity поставится. Делаем просто ребилд, с автоматом они встанут. Да, не встали. Беда. Точки есть. The endpoints. The endpoints нету. Почему? Так, ребят, что за проблемка? Что за проблемка, собственно? Почему они не появились? Бывает у меня здесь, что при переустановке ассета они появятся. Так, и эти не появились. Что ж такое-то? Потому что надо путь сюда положить, да? Тогда не появится. Так, нет, по-прежнему точки у меня не появляются. А почему они у меня не появляются? Что-то я делаю не так. А что же я не так делаю? Так, крэш-барьер. Так, ну ладно, сейчас разберемся. Так, давайте пока дальше продолжим. Это мы сейчас разберем. Так, и давайте поставим наши эти значки другие. Так, вот у нас нажимаем G. Есть у нас. Так, G, так, ага. Так, а это что у нас такое? Так, car. Нет. Так, G. Так, есть кривая. Я так понимаю, она у нас вот так вот ставится. Я сейчас вот что попробую сделать. Я tab delete. Так, вот здесь delete. Точки 0 и end points. Вот. Non select. Удаляем точки 0 и $n, то есть первую и последнюю. А вот нормально у них должны сохраниться.
Попробую-ка их записать в end. Ctrl C и end V. Хорошо. И в общую кучу их суем. Так, и посмотрим, что у нас здесь есть. Так, вот здесь потому что надо было, наверное, поставить. Нет, знаю, знаки, все правильно. Pillar и end. Так. Угу. Так, ага, вот те раз. Так, а здесь вообще нет. Безобразие. Так, а если я сделаю здесь им трансформ? Мне кажется, так проще будет, да, чем я раньше делал. О, трансформ-то совсем плохо их дает, да? Ой-ой-ой, не годится. Не годится, будем делать по-другому. Так, идем сюда. G. Так. Bounce. Так, convert line. И выбираем. Да, 9. Отлично. Так, и делаем вот так. Копируем. Вот этот сюда. И сюда вот знаки эти еще тогда переделаем. Так. Ага. G, что у нас получается? У нас получается, что точки скопированы. Так. И было вот так, стало так. Ага. Отличненько. Удаляем эту же точечку. Ничего не удаляем. Так, и делаем fuse. Где-нибудь 0,1. Соединяем точки таким образом. 0,1. Да. Так, и ну побольше делаем, да. Distance 1. И как бы. Удаляем. Крайние точки. Endpoints. Так, и смотрим, что у нас получается. Получается вообще какой-то кошмар. Давайте-ка, наверное, дадим нормали. Polyframe. Тарном. Вот этим линиям, которые мы копируем. Теперь нормали направлены таким образом. Ну и смотрим, как сейчас встают. Так. Ага. Так, что такое получается все-таки? Так, ребят, сейчас посмотрим, что же у нас получается. Так. Угу.
Так. Ну, так, здесь так. Собственно, давайте, наверное, полифрейм здесь сделаем. Так, views. Так, полифрейм. Delete. Так, сделаем из этого полипаф. Так. Полипаф и сорт by vertex order точки, то есть по порядочку. Так, сорт, затем сделаем полиф, накинем на них нормальки, и вот у нас что получается. Сейчас должно получиться, наверное, не? Смотрим. О, уже лучше. Угу. Вот они замкнули здесь. И замкнули здесь. Но сделать ее нужно пониже. Но это делает нода Transform. Давайте чуть опустим. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Надо вот, скорее всего, вот здесь опускать. Так, и не здесь. Так. Значит, здесь. Угу. Так, я ее вот так обозначу. Что это у нас? Регулирует трансформ. Так, ну да, 0.25 нормально будет. Так, ну вот они, в принципе, замкнули, но сейчас я покажу, у них разное будет значение. Ладно, сейчас посмотрим. Так, собственно, этот points и так далее. Так, save node type, здесь save, и смотрим, что у нас получается здесь. Rebuild. Так, знаки появились, этот не появился. Да что ж такое-то, знаки где-то низко появились, чё за хрень? Что за хрень происходит? Почему они так низко? Ай-яй-яй-яй. Unity Road. This system. Что за хрень такая? О, вот здесь вот. Чё не так низко-то? Ой-ой-ой. А, не. Ну-ну-ну-ну-ну. Ого. Угу. Так. Так, ребята. Вопрос. Почему не появляется? Так, давайте, знаете, что сделаем. Мы сейчас сделаем, чтобы он не лез. Вот здесь Object Match стоит. И он от нее считается. Это у нас, как его называют, вот эта штука. Штукенция. И я вот что сделаю. Я возьму ее не отсюда, естественно, а я ее загружу в Unity. Так, я иду вот в Crash Barrier. Type Properties, и возьму еще здесь один Rose Path. Угу. Так, я его скопировал и назову его я Raw Calculate. Raw Calculate, отлично. Угу. Так, Apply. Accept.
Так, окей. Ну, он пишет, что есть ссылка на сторонние ресурсы, поэтому как бы ты смотри там, особо делай. Так, где-то я ушел. Я беру здесь параметры. И, собственно, значит, сюда я поставлю в параметры. Так, параметры я поставлю. Что я поставлю? Так, пока я поставлю этот, как его называют? Вот отсюда же. Так, где она? Вот, я первый лот возьму. Во, первый лот. Да, и сюда его поставлю. Вот он. Вот он, да? Ро, во. Вот это значение сюда поставлю пока. Угу. И вот что у меня получается. Так. Сюда я сделаю вот это значение. Угу. И таким образом у меня просчет пойдет отсюда. Save not a type. И вот я иду сюда и делаю rebuild. И у меня здесь потребует... Так. Не то я считаю. Меня потребуют здесь данные по крыш-барьеру. Вау. Так, почему у меня значки диска получились? Вопрос. Фиг с ним, давайте подвинем значки. Что-то я немножко подзапутался. Так. Угу. Значки, значит, у меня берется точка, копируется на те точки. Это знаковая точка. И где она у нас? Господи, здесь все правильно. Так, ребят, наверное, давайте попроще сделаем. Давайте, наверное, все это я уничтожу. Нафиг. Все эти вещи оставлю, вот эти две только группы. Так. Угу. Так, группы оставлю. Так, что у меня есть здесь? Так. Угу. Так, ну собственно ничего я не стал менять. То есть так все и осталось. То есть единственное, что проблема была, это в том, что он не считает с префабов, а считает с нулевого лота. Ну, с главной модельки на префабе, на которой, собственно, мы и в Гудине считали. То есть вот здесь я закладываю не префаб, а нулевой лот вот этой модельки, которая я вот. Вот он. Барьер, вот сюда я его толкаю, и они, собственно, появляются вот эти вот значения, куда мы уже вставляем. Так, значки там и энцы. Так, и пиларчики сюда же вставим. Угу. Ну и вот, собственно, как все получается. Вот. Темно как-то. О. Видите, вот этот значок. Вот один. И он исчезнет там где-то. Ну, в общем, значения, они вот здесь разворачиваются. Угу.
видите, он развернут сюда передом, сюда задом. Давайте его развернем. Для этого сделаем следующее. Вот здесь у нас есть вот эти значки. И я сделаю следующее. Я возьму... Вот он, G. И объект. И покрашу какое-нибудь из значений в красный цвет. Например, один. Пишу color. И номер один. Примитив. Во. Примитив покрасил в красный цвет. И мы смотрим. Где они стоят? Вот здесь. Мы видим. Вот. Красный цвет. Давайте какой-нибудь. А вот здесь. Красный цвет вот здесь. Вот он. А нам надо его развернуть. Для этого идем сюда. В Ends. И пишем Point Wrangle. Атрибут Wrangle. Атрибут Wrangle на поинтах. Что мы делаем? Нормальку просто-напросто разворачиваем. Все это дело. Но развернем для точки номер один. Давайте проверим, правильно мы сделали или нет. Так. О, вот здесь правильно она, и здесь правильно. Ну, все верно. Если бы мы сделали для нуля, то они бы развернулись обе в эту сторону. Ну, вроде как, вот и все. Save, node type. Вот и все, мы сделали то, что мы хотели. Ага, вот это тоже включу. Так, хотя, что его включать, не надо. Save, node type, файл. Save. И здесь, значит, сделаем крэш барьеру и билд. Поехали. Угу. И мы видим то, что ничего не видим. У нас Direction Light вообще ничего не показывает. Что за хрень-то? Стоит он правильно. Стоит он правильно. Угу. Так. Так, у нас есть машинки. Опять они у меня под землей. Что у нас с дорогой? Отлично, все есть. Так, на вейпоинты я чуть переделал, назначу Wheel Collider. Почему Wheel? Waypoints контейнер. И старт кара я чуть-чуть подниму. Я что еще сделаю? На статик камеру направлю первую машину. Миссия потеряна. Уменьшу звук. И поехали. Прокатимся. Стоп. Правильно, стоп. Так, идем в View Road. Смотрим, запечена она у нас или нет вообще. Что-то я забыл. Запечена. Так, поехали.
вообще. Видите, как лоды меняются. Так, где-то на машинках должна стоять значение инфа. Смотрите, как меняются лоды. Видно отсюда, видите, пробиваются лоды. Пойдет, да? Так, давайте немножко подправим лоды. Так. Смотрите, лоды. Так, вот лот 0, 15. Так, значки. Так. Значки. Файл сейф. И все, финишно проедем. Нормально. Все равно видно, как он забрасывается, да? Просто много. Нормально, но вот так вот, короче, нормально пойдет. Во, ну, что-то долго как-то я. Так.